Всем доброго дня. Приехали на монтаж. Происходит монтаж теплицы капелька 3М с размерами 3 ширина и 3,5 длина. Здесь мы установили, уже собрали брус, выставили. Также поставили 3 арки. Конечно, у нас будет полметра. Одна дверь здесь у нас будет, дверь с форточкой, в втором торце форточка, плюс форточный блок. И также стоит еще одна теплица, устанавливали 2 года назад. Такая же капелька с размерами 3x6, капля, крепыш также. Дверь цельная в дальнем торце, форточный блок на автомате. Здесь все растет, все запотела камера сразу. И здесь дверь с форточкой. Теплица капелька 3М с размерами 3 ширина и 3,5 длина. Здесь мы уже поставили полностью каркас, 2 торца. С двух сторон двери с форточками. Также уже предварительно натянули подвязки по 2 нитки с каждой стороны. Конек сделали. Сейчас будем уже перекрывать поликарбонатом. Поликарбонат у нас идет 4 мм на ватра 0,75 плотности. Труба у нас также идет 20 на 20 на 1,5 цинк, плюс полимерная порошковая покраска 8-17 коричневый шоколад. Также будет 2 форточный блок с автоматами установим здесь. Подготовили уже поликарбонат, там шили одну пару. Сейчас все это будем перекрывать уже поликарбонатом. Монтаж теплицы. Капелька 3 на 3,5. Здесь мы уже покрыли ее. Также защитили поликарбонат защитой сот, сделали перфолента плюс профиль торцов. Сейчас все это будем прокручивать. Также сделали уже 7 подвязки полностью, пока здесь не нагрелось. Все внутри приготовили, сделали. Также форточный блок полностью сделали, обрамили. И осталось на них сделать автомат. Пока Денис делает вторую дверь, сейчас он к ним приступит. Также здесь у нас идет резиновый дверной уплотнитель. Здесь у нас резиновый торцевой уплотнитель. Все как обычно, дверь с форточкой. Также еще сделаем грядки. А у нас вторая также. Монтаж теплицы капелька 3М с размерами 3 ширина и 3,5 длина. Также установили, собрали грядки. Здесь осталось чуть-чуть подкопать, выровнять. Дальше у нас идут двери с форточками по обоим торцам. Также с тем подвески. По 2 нитки с каждой стороны на каждую грядку. И также форточный блок на автоматах. Также здесь такая вот напоминалка. Здесь у нас капелька крепыш 3x6. Также 2 двери, форточный блок. Грядки тоже наши. Дальше установили на брус, то на стол обработан антисептиком. Также закрыли якоря по углам. Здесь у нас резиновый дверной уплотнитель. Также резино-торцевой уплотнитель. Защита сот везде у нас. Полностью по всей теплице перфолента. Плюс профиль торцевой идет. Поликарбонат на ватре, 0,75 плотность. 4 мм по трубе у нас идет 20 на 20 профиль на 1,5 цинк плюс полимерно-порошковая покраска. Цвет у нас 80-17 коричневый. Такая вот теплица. Также секция полметра. Эту теплицу ставили 2 года назад. На наш канал задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всем пока.